Уважаемые гости, сегодня у нас очень приятный, знаменательный день. Сегодня первый раз мы начинаем совместный проект с президиумом Сибирского отделения Академии наук. Проект называется «Академический час». То есть это час, когда слушатели, зрители встречаются с видными учеными Сибирского отделения Академии наук. Это историки, физики, математики, то есть весь спектр наук, которым работают наши замечательные ученые. И я с большим удовольствием представляю слово ведущему специалисту пресс-центра президиума Сибирского отделения Академии наук Юлии Зипко. Здравствуйте, ребята. Мы открываем очередной академический час. На этот раз он приурочен году истории, который, как вы знаете, сейчас у нас проводится. Лекция называется сегодня «Революция и гражданская война». В Сибири я рада представить нашего лектора. Это Дмитрий Геннадьевич Симонов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории СААРА. Прошу, Дмитрий Геннадьевич. Спасибо. Ну, помимо всего перечисленного, учитывая, что в этой аудитории просто большое количество людей в погонах, я еще к тому же являюсь и профессором Академии военных наук. Поэтому в качестве военного историка, который занимается военной историей, прежде всего, конечно, Востока России и Сибири. Значит, ну, все, я хотел бы начать. Значит, лекция реально как «Революция, гражданская война в Сибири», но вы понимаете, что эта тема очень широкая, практически необъятная, и в течение 30-40 минут рассказать обо всем практически невозможно. Поэтому я решил чуть-чуть сузить эту тему, построив свою лекцию вокруг истории Белой Сибирской армии в 18 году. Тем более, что у меня совсем недавно вышла книжка под тем же самым названием. Эту книжку я подарю в библиотеке, поэтому если вас заинтересует то, о чем я буду говорить, ну, или если вас интересуют проблемы революции, гражданской войны, проблемы военной истории, то вы в библиотеке всегда эту книжку можете взять. Вот, значит, начнем с чего? 1917 год. Революция февральская, затем Октябрьская революция. Об этой революции написано очень много. И советскими историками, и иммигрантскими историками, и на современном этапе, уже современные российские историки поднимают те же самые старые проблемы, уже несколько другом, может быть, видении. Но на что я хотел бы обратить внимание. У нас до сих пор существует тенденция рассматривать события 1917 года через призму борьбы политических партий, организаций, через призму борьбы различных политических программ, идеологий. Да, такая борьба была, но, на мой взгляд, в центре внимания примитно к 17-му году, должна стоять другая проблема, о которой почему-то или не говорится совсем, или же упоминается как вот походя. А проблема в том, что 1917 год это был годом начала распада российского государства, фактически распада российской государственности. Это главное, что было характерно для 17-го года и последовавшей затем гражданской войны. Ведь когда говорят о том, кто же является, ну, вот особенно вот в условиях предвыборных кампаний, парламент, президентская кампания, очень часто поднимаются исторические вопросы, проблемы, и в том числе обязательно, так сказать, присутствует 1917 год. Вот, и в рамках вот этой вот политической борьбы нередко можно услышать такое утверждение, что главная ответственность за трагедию 17-го года и последующую гражданскую войну должны нести большевики во главе со Владимиром Ильичем Лениным.
Я никогда не был убежденным коммунистом, являюсь им сейчас, но с точки зрения исторической истины я могу сказать, что данный тезис, он не то что не обоснован, он не имеет под собой серьезных оснований. Ведь достаточно посмотреть на хронологию событий с точки зрения состояния российского государства в 17-м году, что мы видим, что еще до того, когда Ленин во главе большевиков пришел к власти в Петрограде, российского государства как такового уже не существовало. Существовала только его небольшая часть. Ведь обратите внимание, Украина в это время уже объявила о своей независимости. Финляндия была уже независимой, Польша была независимой, но это были все составные части единого российского государства, которое именовалось Российской империей. Вот как-то. Можно просто посмотреть визуально, что из себя представляла Российская империя. То есть к этому времени Латвия, Литва, Эстония, Белоруссия, Кавказские государства также уже формально были независимы от центрального правительства, каким тогда еще являлось временное правительство во главе с Керенским Александром Федоровичем. Буханский эмират, Хивинское ханство, являвшиеся основными частями Российской империи, к этому времени были уже практически независимы. Вы можете задать вопрос, что да, действительно, раскол произошел по национальному признаку, да? То есть данные конкретные народы выделились из состава империи. То есть произошло примерно то же самое, что произошло в 1991 году. Но не, да, параллельно вполне уместно. Но мы можем обратить внимание на то, что не только национальные регионы российской, бывшей Российской империи провозглашали свою независимость. В частности, Донское казачье войско, ну, очевидно, не являющиеся, то есть казаки не являлись отдельным народом, отдельным этносом. Хотя есть и такая точка зрения. Но Донское казачье войско при атамане Красновом было объявлено независимым государством под наименованием Всевеликое войско Донское. Причем, если мы посмотрим на риторику и казачьих атаманов, и казачьих руководителей, то там была очень сильна антироссийская направленность. Что мы казаки, а эти вот грязные, так сказать, неумытые русские мужики как бы нам не ровня. Ну, были такие высказывания. Да, может, они носили такой официальный пропагандистский характер, но они имели место быть. И в ряду вот всех этих событий, которые имели место быть как проявление распада Российской империи, Российской империи, Российского государства, это события в Сибири. Ведь в конце 17, начале 18 года начались процессы, которые привели к созданию Временного сибирского правительства. То самое правительство, которое в начале июля 1918 года провозгласило свою государственную независимость, государственную независимость Сибири от России. Ну, к этому я еще вернусь. Вот, таким образом, вот та болевая точка, именно история и состояние российского государства, и российское государство, это то самое главное, вокруг чего и примитивно к чему стоит рассматривать все события или большинство событий периода революции, гражданской войны, ну и, на мой взгляд, и события последующих десятилетий, и события, которыми свидетелями мы являемся в настоящее время. Так вот, переходя непосредственно к Сибири, говоря о автономистских тенденциях, которые проявили себя в Сибири в годы революции, гражданской войны, я напомню, что еще во второй половине 19 века сибирский казак по происхождению, крупный ученый, общественный деятель Григорий Потанин сформулировал идеи сибирского областничества. Я буду очень краток. Суть этих идей звучала в том, что Потанин, будучи не только патриотом России, но и, наверное, прежде всего патриотом Сибири, обратил внимание на то, что Сибирь является, по его мнению, ничем иным, как колонией Российской империи. Из Сибири выкачиваются ресурсы, сюда ссылаются уголовные политические преступники. То есть Сибирь как некий отстойник для всех неугодных из центральной России. То есть такая ситуация, такое положение, по мнению Потанина, не было естественным. Поэтому необходимо было, учитывая огромный экономический потенциал Сибири, огромный человеческий потенциал Сибири, ведь в Сибири никогда не было крепостного права, здесь жили очень свободолюбивые, очень физически, морально крепкие люди. Кстати, живут до сих пор, чего не скажешь о центральной России, но это уже другая проблема. Вот. И речь шла о том, что нужно, чтобы сибиряки
своей родной Сибири жили достойно, а для этого необходимо провозгласить автономное управление Сибири в составе России. Речь ни в коем случае не шла о выделении Сибири из России. Речь шла о предоставлении достаточно широкой экономической, культурной автономии. Для того, чтобы потенциал Сибири работал прежде всего на Сибирь и на сибиряков. Ну, сами понимаете, что в конце 19 века, времена царствования и Александра II, Александра III особенно, подобные идеи они не вызывали энтузиазма власти. Поэтому Потанин оказался в местах не столь отдаленных, но его идеи, а именно идеи областничества, идеи сибирской автономии продолжали жить. И в 17 году, в условиях этого краха российской государственности, они вновь приобрели актуальность. И в конце 17 года, в декабре, прошел первый сибирский областнический съезд, на котором было принято решение произвести выборы в Сибирскую областную думу в качестве законодательного органа будущей сибирской автономии и избрать членов Временного сибирского правительства в качестве органа исполнительной власти автономной Сибири. Причем все эти подготовительные мероприятия по созыву областного съезда и потом Сибирской областной думы, они проходили отнюдь не в связи с тем, что большевики, так сказать, рвались к власти. Это были процессы как бы внутреннего характера, как бы неизбежные в условиях, когда страна распадалась. Ну и у политиков, у там, любых активных людей ощущение было того, когда все рушится, тем, чтобы не погибнуть под обломками, нужно спасаться своими собственными средствами. Вот сибирская государственность, это вот, и, видимо, воспринималось в качестве такого, ну, что называется, того, где можно сохранить себя и часть того, чем была раньше Россия. Вот, но к тому времени, когда это был уже январь 1918 года, Сибирская областная дума должна была собраться в городе Томске. Томск был крупнейшим культурным центром Сибири. К этому времени в Томске уже установилась советская власть, и большевики не допустили созыва Сибирской областной думы. Ну, писали, что разогнали Сибирь, ну, разгона наподобие учительного собрания нет, просто не допустили, произведя аресты приехавших в Томск делегатов. Однако избежавшие ареста члены Сибирской областной думы собрались на конспиративное совещание и избрали из своей среды министров Временного сибирского правительства. При этом большинство членов этого правительства, кстати, не все избранные министры знали о своем избрании, то есть их избрали заочно. Вот. Но учитывая, что в Томске, в Сибири уже установилась советская власть, эти министры также нелегально отбыли по Транссибу в полосу учреждения Китайской восточной железной дороги. Это вот здесь вот, да, находится. Там, где советская власть отсутствовала. Но перед отъездом они оставили в Сибири своих уполномоченных, то есть комиссаров, которым было поручено организовать подпольные военные организации в сибирских городах, которые стали бы основой для будущих вооруженных сил сибирского государства. То есть предполагалось, ну там планы они постоянно менялись, что примерно к лету 18 года произойдет антибольшевистское восстание этих организаций в целях приведения к власти Временного сибирского правительства. И вот маленький момент, на который я хотел бы обратить внимание, то есть речь не шла о таком, знаете, яром антибольшевизме. Просто речь шла о том, что на пути к сибирской государственности в данном конкретном случае стояла советская власть. Если бы там была какая-то другая власть, другая сила, то не исключено, что действовали примерно в том же самом направлении. Ну, об этом можно говорить много, я подробно говорю. Так вот, общая численность антибольшевистского подполья в Сибири по разным оценкам составила около 7-10 тысяч человек. Преимущественно это были офицеры старой русской армии, которые оказались, так сказать, в этих городах после ее демобилизации в марте 1918 года. То есть во главе антибольшевистского подполья, именно военного подполья, стал Алексей Николаевич Гришин Алмазов, полковник, артиллерист старой русской армии. Карта Сибири ко времени свержения здесь советской власти. Ну, это, собственно, от Дальнего Востока до Урала включительно. Вот. Около 7-10 тысяч человек. Вот. Но можно спорить и говорить о том, достаточно ли было этого количества для того, чтобы захватить власть. Скорее всего, наверное, нет. Но
тогда же, в мае, в конце мая, начале июня 2018 года, произошли события, которые помогли, что ли, решить те задачи, которые стояли перед подпольщиками и перед министрами этого правительства. Прошло антибольшевистское выступление Чехословацкого корпуса. Если вы помните, это было в конце мая 2018 года, начало выступления. В советской истории это называется мятеж Чехословацкого корпуса. И это событие явилось началом широкомасштабной гражданской войны не только в общесибирском, но и в общероссийском масштабе. Выступление Чехословацкого корпуса – событие, от которого начинают отчет широкомасштабной гражданской войны в России в целом. То есть события всероссийского масштаба. Значит, несколько слов о том, что за Чехословацкий корпус, откуда он взялся и как появился в Сибири. Тоже несколько слов. Чехословакия получила государственность лишь в 1918 году. А до этого чехи и словаки проживали в составе Австро-Венгерской империи и являлись подданными Австро-Венгерского императора. Но чехи и словаки не находились на положении, как бы так сказать, второсортных подданных этого императора. Ибо ключевые позиции занимали австрийцы, венгры или мадьяры, как их тогда называли. То есть чехи и словаки ощущали как бы свою приниженность, свою ущемленность в составе Австро-Венгерской империи. И еще задолго до Первой мировой войны, до начала Первой мировой войны в 2014 году, политические руководители чехословацких общественных организаций обращали свои взоры к России. То именно при поддержке России удастся восстановить свою независимость, самостоятельность, создать условия для развития будущей Чехословакии. Поэтому, когда началась Первая мировая война, то есть чехи и словаки в составе Австро-Венгерской армии отправились на фронт, преимущественно на русский фронт, то есть воевали против русского юго-западного фронта. Но в первые же дни, месяцы войны начали поодиночке, группами и даже целыми воинскими частями добровольно переходить на сторону русской армии. Потому что у них не было оснований воевать против России. Они видели в России свою потенциальную союзницу и освободительницу. В итоге уже в 2014 году в составе русской императорской армии была сформирована сначала чехословацкая дружина, несколько сот человек, преимущественное число добровольцев, которые проживали на территории России. А затем эта дружина начала пополняться вот этими бывшими военнослужащими Австро-Венгерской армии, солдатами и офицерами, которые добровольно перешли на сторону русской армии. Была сформирована затем бригада, а в 2017 году, уже после революции, эта бригада была развернута в армейский корпус, в отдельный армейский корпус в составе двух стрелковых дивизий. Общая численность этого корпуса составляла на осень 2017 года около 45 тысяч человек, солдат, офицеров. При этом, обратите внимание, этот корпус являлся составной частью русской армии. Весь командный состав корпуса состоял из русских офицеров. В частности, командиром корпуса был русский генерал Шокаров. Начальником штаба корпуса тоже русский генерал Михаил Константинович Дитрекс. Дивизиями, полками этого корпуса, батальонами командовали исключительно русские офицеры. Да, чехословацкие офицеры в составе этого корпуса были, но занимали в основном должности командира флота, части командира батальона. То есть это была фактически сформированная в России часть, национальная часть не существовали. Вот. После того, как был заключен Брестский мирный договор, март 1918 года, Россия уже после Второй мировой вышла из войны, заключила с немцами мирный договор. По условиям этого договора старая русская императорская армия подлежала демобилизации. Должна была быть распущена по домам. Ну что, собственно, и было сделано. Солдаты, офицеры разошлись по домам. Вот. Но не очень понятно было, что же делать с чехословацким корпусом. Потому что чехам и словакам возвращаться было некуда. Потому что продолжалась Первая мировая война, и чехи и словаки продолжали оставаться в составе Австро-Венгерской империи. Поэтому было принято следующее решение. Чехословацкий корпус переподчиняется французскому командованию, становится составной частью французской армии. И по соглашению с большевиками было принято решение о переброске этого корпуса, он тогда находился на Украине, по Транссибирской железной магистрали, собственно говоря, Владивосток. То есть Владивосток где-то к лету, к весне, к лету 18-го года должны были прибыть корабли, то есть пароходы, на которых этот корпус должен был быть перебазирован в Европу, во Францию, для продолжения войны с Германией и Вестфалией.
Причем, что касается настроя чехов и словак, они жаждали продолжать войну. Потому что участие их в войне против Германии и Австро-Венгрии являлось залогом того, что после окончания войны международное сообщество признает независимое чехословацкое государство. Если бы они, извините, сидели бы сложа руки в лагерях, которые, так сказать, были разбросаны по всей Сибири, там содержались немецкие, чехи там тоже находились, то после войны никто бы не прислушался к мнению чехословацких политиков. Им задали вопрос, извините, а когда нужно было вести борьбу, вы сидели сложа руки, а теперь, как вы говорите, собственно, не о чем. Кстати, подобные вопросы после окончания Первой мировой войны задавали очень многие народы. Но не все желающие получили свои государства. Чехословакия получила. Заслуги были серьезные. Вот, значит, и вот весной 18 года вот эти вот чехословацкие эшелоны, они оказались растянутыми от Пензы на западе, это на Волге, до Владивостока. И в конце мая Лев Давыдович Троцкий, который в то время был наркомом по военным и морским делам, отдал распоряжение о полном разоружении частей корпуса. Причем в случае сопротивления офицеров предлагалось расстреливать на месте, солдат заключать в концентрационные лагеря. По поводу причин подобного демарша со стороны Троцкого можно говорить очень много, но самый простой ответ. В то время советская Россия, советское руководство находилось в очень тесных отношениях с Германией, и, естественно, Германия оказывала давление на Ленина, на Троцкого, тем, чтобы те не допустили этой переброски. Потому что не в интересах Германии было появление на Западном фронте, во Франции, двух свежих, так сказать, дивизий. Это была главная причина. Вот. Но чехи и словаки, то есть, точнее, политическое руководство чехов и словаков, приняли решение не разоружаться, а силой пробиваться на Владивосток. При этом корпус не представлял себя компактного такого, не был компактным, было несколько группировок. В частности, вот если посмотрите на фотографии, крайне верхняя слева, генерал, тогда капитан Гайда, он руководил сибирской группой чехословацкого корпуса. Это город Новониколаевск, Чулым, Мариинск, вот этот вот район. Затем следующий верхний ряд. Подполковник Войцеховский, подполковник русского генерального штаба, командовал Челябинской группой чеховойск. Это Челябинск и его окрестности. Затем снизу командующий Пензенской группой поручик Чечек. Командовал вот, группировка, которая располагалась в районе Пензы, Самары. И, наконец, генерал Дитерекс, начальник штаба корпуса, он командовал Владивостокской группой. То есть это теми частями, которые уже добрались до Владивостока. И вот, собственно говоря, в тех местах, где приказ Троцкого их разоружения застал, эти эшелоны, во главе с этими начальниками, там, собственно, эти города и были захвачены. То есть во главе с Гайдой был захвачен Новониколаевск, ночь на 26 мая 1918 года. Войцеховский захватил Челябинск, ну, чуть позднее Дитерекс, Владивосток. Ну, а Чечек, подняв, кстати, взяв все за оружие в Пензе, просто продвинулся и захватил затем Самару. То есть вот как бы ситуация, то есть первоначально чехи, они отнюдь не стремились к тому, чтобы вступить в борьбу против советской власти. Главная цель для них официально была, так сказать, пробиться на Владивосток. Но когда они, так сказать, захватили, так сказать, те или иные города, то есть одновременно с ними выступили члены тех самых тайных военных офицерских организаций, которые находились практически во всех городах. В Новониколаевске было около 200 человек в этих организациях. В Омске, в Томске примерно по 1500. Это были преимущественно офицеры. Генералов там практически не было. Было несколько полковников, в основном младшие офицеры. В чинах там прапорщиков, подпоручиков, поручиков. Вот. И, собственно говоря, выйдя из подполья, они начали формировать сначала отдельные, так сказать, отряды, затем регулярные части вооруженных сил, которые получили название сначала Западно-Сибирская армия, затем Сибирская армия. Соответственно, вышли из подполья и руководители, политические руководители вот этих вот
представителей временного сибирского правительства, которое находилось в Харбине. И, соответственно, возникла такая ситуация. Да, города захвачены, но очень быстро здесь, помимо чехов, сформировались мощные, так сказать, мощные группировки из русских белогвардейцев. Вот таких. Да, ну и командующим вот этой сибирской армии стал руководитель подполья, военного подполья, полковник, затем произведенный генерал Гришин Алмазов. Вот слева от него генералы Попов и Белов. Попов — это генерал-квартирмейстер штаба армии, Белов — начальник штаба армии. То есть, ну, это высший руководитель. Вы можете обратить внимание, что у того и другого аксельбант — это принадлежность к генеральному штабу. А вот средний молодой человек стоит, у него аксельбант маленько другого. Да, другого такого типа, это адъютантский аксельбант. Аксельбанты старой русской армии носили или офицеры генерального штаба, или адъютанты. Ну, а аксельбанты между собой различались. Ну, а сейчас у нас аксельбанты носят кто? Чаще всего я вижу их на груди у солдат демобилизованных средов российской армии, что не является признаком их принадлежности к российскому генеральному штабу. Вот. Кстати, когда я демобилизовался из армии, ничего подобного мне себе не позволял. Что касается нарушения формы одежды. Это уже как бы другой вопрос. Так вот, значит, была сформирована сибирская армия, и 30 июня 1918 года официально к власти в Сибири, на территориях, освобожденных от советской власти, пришло временное сибирское правительство. Сформировано из части министров, избранных в Томске после разгона Сибирской областной думы. То есть во главе правительства стал Петр Васильевич Вологодский, очень известный общественный деятель сибирский, еще до революции один из выдающихся адвокатов, то есть он имел большую популярность, известность, поэтому не случайно, что именно он возглавил правительство. Помню, уже только что упоминал, да, что в начале июля 2018 года временное сибирское правительство писало приказ о... точнее, декларацию о государственной независимости Сибири. Фактически с июля 1918 года Сибирь формально юридически являлась независимым государственным образованием. Вот. Ну и что касается структуры сибирской армии, она состояла к концу августа, начало сентября 1918 года из 5 армейских корпусов. Вот на иллюстрациях показано, что да, каждый корпус он имел свою территорию формирования и комплектования. То есть, в частности, вот первый среднесибирский корпус, который был образован 12 июня 1918 года в городе Новониколаевске, первоначальный штаб здесь находился, это было первое соединение сибирской армии. То есть он имел в районе комплектования Томскую губернию, Томскую, Алтайскую и Енисейскую губернию. То есть первоначально в его состав входила 1-я и 2-я сибирская стрелковая дивизия, потом структура менялась. Вот во главе корпуса, командиром корпуса был первоначально подполковник, а затем генерал-майор и генерал-лейтенант Пепеляев Анатолий Николаевич. Тоже уникальная фигура. В то время ему было 27 лет. Он пришел, закончил службу в старой армии в 17 году в чине капитана. Непонятно, был ли произведен в подполковнике или нет, по крайней мере, он говорил, что да, но никаких подтверждений этому не было. Тем не менее, временное сибирское правительство признало его подполковником, после чего тут же произвело в полковнике. А еще через два месяца, это было в начале сентября, он стал уже генерал-майором. В начале января 19 года генерал-лейтенант. То есть он фактически за примерно один год, его рост был от капитана до генерал-лейтенанта. От командира батальона, помощника командира полка в 17 году, до командующего командира корпуса, затем командующего армии. То есть это к тому, что в годы гражданской войны не только у красных, но и у белых было очень мощные условия для очень мощного карьерного роста. Вот. Затем второй степной сибирский корпус формировался в районе Омска. Его командиром являлся генерал-майор Иванов Ринов, так его правильно следует называть. Он был не только командиром корпуса, но и атаманом сибирского казачьего войска. То есть поэтому в составе этого корпуса, помимо стрелковых дивизий, мы можем обнаружить и сибирскую казачью дивизию, партизанскую дивизию атамана Анненкова, которая тоже в значительной степени состояла из сибирских казаков. Вот. На Урале, в Челябинске, был сформирован 3-й уральский корпус.
структура его была достаточно разветвленная, и по численности он был одним из самых крупных в составе сибирской армии. Командиром корпуса был генерал-лейтенант Анжин, выдающийся русский артиллерист, кавалер двух орденов Святого Георгия 4-й степени. То есть набор наград достаточно редкий, даже для русской армии. Ну, соответственно, вот район комплектования там тоже указан. 4-й Восточно-Сибирский корпус, командир генерал-майор Элерц Усов. Первоначально он был полковником, а командиром одного из полков сибирских. Вот, ну, затем тоже получил генеральский чин. Наконец, 5-й Приамурский корпус, который охватывал территории Дальнего Востока, возглавлял полковник Семенов. Ну, этого персонажа, я думаю, что вы слышали, даже есть такой термин «семеновщина», примитивно к тому политическому режиму, который Семенов создал за Байкалье. Ну, надо сказать, что этот корпус, он не был такой полностью боеспособным воинским соединением по причинам разногласий Семенова с руководителями Временного Сибирского, затем всероссийского правительства, но это уже как бы тоже другой разговор. Так, ну и что касается, да, ну вот, обращу внимание, что первоначально, в течение лета 18 года, сибирская армия не носила погон. И для различия чинов военнослужащих были введены нарукавные знаки различия. Ну, как бы, вот они, собственно, здесь изображены. Рядовой, эфрейтор, младший унтер-офицер, старший унтер-офицер, фельдфебель, ну и дальше там прапорщик, поручик, капитан, полковник, и так далее. То есть щитки носились на рукаве. Кроме того, все военнослужащие сибирской армии, они имели такое отличие, видите, вот этот угол из бело-зеленых цветов. Правда, носился он на левом рукаве, ошибка. Вот по порядку, так как носились эти щитки, знаки отличия. Ну, наверное, было это не очень удобно. Хотя, наверное, удобнее, чем носить погон на животе, да? Не знаю, может быть, мне так кажется. Это что касается. Да, и в сентябре 2017 года все-таки уже были восстановлены погоны, поэтому щитки вот эти вот нарукавные, их носили достаточно недолго. И, наверное, широкого распространения они не получили. Значит, теперь, что касается численности комплектования сибирской армии. Вот боевой состав сибирской армии в июле-сентябре 2018 года. Вот тот период, когда сибирская армия комплектовалась исключительно за счет офицеров, подлежавших обязательной мобилизации, то есть Временное сибирское правительство объявило мобилизацию всех офицеров. Затем из добровольцев и казаков. И, при том, что казаки, там, сибирские, оренбургские, забайкальские и прочие, они призывались на военную службу решениями своих казачьих кругов или там, распоряжением казачьих правительств. То есть в этом смысле офицеры и казаки, да, не подлежали мобилизации, но там, в силу вот той конкретной ситуации, которая была вот на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, фактически это была добровольная самомобилизация. То есть мобилизация является для того, чтобы офицеры могли просто компактно, организованно там, явиться кстати, на военную службу, а не являться поодиночке. То есть вот эта вот добровольческая армия на своем добровольческом этапе, она вот на 15 июня, как вы видите, кстати, насчитывала всего лишь около 4000 бойцов, вместе с штыков сабель. При 19 орудиях, 17 пулеметах, но постепенно, преимущественно за счет трофеев, которые отбивались у частей Красной Армии, боевой состав на начало августа составил уже 40 с лишним тысяч бойцов при 51 орудии и 184 пулемета. Вот на 1 сентября уже 60 тысяч человек, но здесь речь идет не только не о боевом составе, а о численном составе, потому что вы знаете, что штыки и сабли, как бы это, помимо штыков сабель, как существуют еще и пулеметчики, которые не входят в штыки, да, а там разведчики, это как бы отдельно, там, артиллеристы, около 60 тысяч человек. Вот, тогда же, в августе, начале сентября 2018 года, по решению Временного сибирского правительства, был объявлен призыв в армию молодых людей 1898-99 годов рождения. В связи с чем численность сибирской армии по завершении этой вот мобилизации к октябрю 2018 года составило около 200 тысяч человек. Причем обратите внимание, сибирская армия вот в это время
была самым крупным войсковым объединением из антибольшевистских вооруженных сил на всей территории страны. Например, в Донской армии Краснова в то время насчитывалось около 60 тысяч человек, в Добровольческой армии Деникина около 50 тысяч человек. То есть сибирская армия самая мощная, самая многочисленная, так сказать, военная структура, опираясь на которую можно было не только отстоять, скажем, сибирскую государственность, но и организовать успешное наступление на запад в сторону Москвы. При этом обращу внимание на то, что к этому времени, то есть к осени 18 года, произошла консолидация антибольшевистских сил на востоке России. То есть объединение. Ведь помимо временного сибирского правительства, скажем, в Самаре находился комитет членов учительного собрания, был целый ряд других правительств такого автономного характера. Вот. И на государственном совещании в Уфе в 1918 году было принято решение объединить все вооруженные формирования и сформировать временное всероссийское правительство. Или его еще называют директория. То есть во главе директории стал эсэр по фамилии Авксентьев Николай Дмитриевич. Верховным главнокомандующим всех войск директории был назначен генерал-лейтенант Болдырев. А председателем Совета министров директории, то есть непосредственно организационного аппарата, стал Петр Васильевич Вологодский. До этого, который занимал пост председателя Совета министров временного сибирского правительства. То есть в этом смысле лозунг сибиряков о том, что через независимую Сибирь к свободной России, он в какой-то степени начал реализовываться. Ведь ни Вологодский, ни Гришин Алмазов, они не были сторонниками независимой Сибири. Для них Сибирь являлась лишь плацдармом, откуда должно было начаться в 18 году возрождение российской государственности. И эта линия, она очень жестко выдерживалась. Было создано сначала временное всероссийское, затем уже российское правительство. Но тут имело место противоречие. То есть во главе армии, и вообще создателями армии были офицеры, генералы, преимущественно правых, консервативных политических убеждений. В то время как во главе директории в силу разных обстоятельств оказались представители левых политических партий, эсеры, с чем были очень недовольны офицерством. Потому что эсеры уже в 1917 году находились у власти. И они довели Россию до того кризиса, который в конечном итоге привел к гражданской войне. Поэтому никто не желал больше видеть эсеров у власти. Как следствие, в ноябре 1918 года прошел военный переворот, организованный офицерством, в результате которого директория была свергнута, точнее, арестованы и отправлены за границу насильственно руководитель директории, а верховным правителем и верховным главнокомандующим русской армии был назначен адмирал Александр Васильевич Колчак. То есть, таким образом, вот, если посмотрим на политические процессы в Сибири вот во второй половине 18 года, вот временного сибирского правительства власть пришла к временному всероссийскому правительству, затем к власти пришел Колчак, в качестве верховного правителя России и верховного главнокомандующего всей русской армии. В этом качестве Колчака признали практически все руководители антибольшевистского движения на территории России. И генерал Деникин на юге страны, и генерал Юденич на западе, генерал Миллер на севере и прочее, прочее, прочее. Вот, как мы видим, с конца 18 года фактически возникает вот такая ситуация. Фактически в стране образуются два главных центра, политических, военно-политических центра, которые претендуют на то, чтобы объединить по своей власти Россию. Это Москва и большевики, и Омск, адмирал Колчак. То есть в этом была как бы главная цель, в этом была главная задача. И по большому счету, для белых ведь было не важно после разгрома большевиков, какая власть установится. Будет это монархия абсолютная или ограниченная, будет ли это республика парламентская там, или президентская. То есть этими вопросами ни Колчак, ни Деникин, ни прочие лидеры антибольшевистского движения по большому счету не задавались. Всегда официально заявлялось о том, что нужно свергнуть советскую власть во всероссийском масштабе, и затем уже, так сказать, решим вопрос. Созовем, так сказать, новое учредительное собрание и решим все стоящие перед страной вопросы. То есть вопросы сугубо идеологические лидерам белого движения их не интересовали. Главное это было восстановление единой неделимой России. Вот. И в связи с этим как раз и вопрос о том, какая сторона выиграет, большевики или белые, да, там, конечно, были
совершенно разные идеологии, совершенно разные лозунги, совершенно разные пропагандистские, так сказать, основания. Но вопрос решался, конечно же, не за трибунами и не посредством говорения. Гражданская война, то есть все вопросы политического характера решались исключительно силовым путем. И исход борьбы зависел исключительно от того, какая сторона способна создать регулярную вооруженную силу, способную одержать победу. Или большевики, или Колчак. И в связи с этим, да, кстати, что касается колчаковской армии, которая официально, конечно же, называлась не белая, официально называлась она российская армия адмирала Колчака. Так вот, сибирская армия стала основой для колчаковской армии. Сибирские части, соединения, они стали корпуса и армии Колчака. Но проблема была в следующем. Вот на 1 октября 1918 года в сибирской армии числилось около 200 тысяч человек на довольствие. Однако из них невооруженными было около 115 тысяч человек. То есть удалось призвать, поставить строй, причем мобилизация новобранцев, она прошла без особых эксцессов. Скажем, в отличие, скажем, от мобилизации в Поволжье, которую Красная армия объявлялась. То есть результаты в Сибири были фактически идеальными. Они даже превзошли ожидания. Никто не ждал, что столько, так сказать, можно было призвать солдат. Вот. Но вооружать их было нечем. Отсутствовали винтовки, отсутствовали патроны, отсутствовало обмундирование. Вот этих вот солдат со всей Сибири призвали, их нельзя, невозможно было ни обуть, ни обмундировать, тем более, что начинались заморозки, это уже осень. Невозможно было дать им вооружение, ну и, соответственно, их невозможно было в течение короткого времени подготовить. То есть были случаи, когда, особенно вот уже октябрь, ноябрь месяц, солдаты сидели в казармах, босые, в летней одежде, и они даже не могли выйти для там, строевых там, каких-то занятий на улицу, потому что было холодно. Строевые занятия проводились, так сказать, по очереди, там, скажем, вот нужно вывести роту, но обуть сапоги может только одну треть. Вот одна треть выходила, занималась, возвращалась, переобувалась, передавалась другим. Вот примерно такая ситуация была. Здесь я приведу вот конкретные статистические данные. Сведения о наличии предметов обмундирования и снаряжения в складах интендантства Западно-Сибирского военного округа. Отмечу, что Западно-Сибирский военный округ в то время он выполнял функции главных управлений военного министерства. То есть его юрисдикция распространялась и на часть Казанского округа, часть на Иркутского и Приамурского военного округа. Вот вы видите, значит, вот требовалось до 200, для 200-тысячной армии. Ну, это как бы в идеале, да? Сколько имелось в складах? Например, ну, фуражек. Нужно, допустим, 200 тысяч, имелось всего 4,5 тысячи. Поэтому, если вы посмотрите, например, на фотографии военнослужащих сибирской армии, то вы просто удивитесь, что из солдатского у них в лучшем случае только винтовка. Одеты они вообще непонятно во что. Обуты тоже непонятно во что. Вот, ну да, вот что касается белья, нижнего белья, то в принципе можно было, так сказать, более-менее обеспечить. Теплых вещей, полушубков, а для сибирской зимы, согласитесь, без полушубка в окопе не посидишь, в лучшем случае, так сказать, отморозишься. Полушубков не было вообще. То есть валенки, вот тоже, да, 200 тысяч нужно, да, в условиях начинающей зимы, в наличии 70 с лишним тысяч. Причем часть, конечно, можно было заготовить себе, но на это требовалось время, на это требовались усилия, на это требовались средства. То есть из этой таблицы просто ясно, что сибирская армия, имевшая 200 тысяч в своем составе, она не могла быть ни обута, ни одета, никоим образом. Что касается вооружения, мы уже говорили о том, что значительная часть, большая часть военнослужащих сибирской армии была не вооружена. Вот тоже данные о наличии предметов вооружения в распоряжении командования сибирской армии. Причем вот эта графа, ну то, что имелось, положено было иметь, ну в данном случае тут расчет из 250 тысяч человек. А сколько имелось реально на вооружении, сколько имелось в складах, видим, что в складах нет ничего, кроме небольшого количества снарядов для артиллерийских ружей. Это вот недостаток. То есть трехлинейных винтовок 23 тысячи на 200 тысяч человек.
Ну, правда, здесь не указаны устаревшие винтовки системы Бердана, ГРА и прочее, которыми вооружалась. Но для современной войны, каковой в той или иной степени была гражданская, все-таки с берданками против турбинек воевать было очень сложно. Вот. При отсутствии пулеметов, при отсутствии пушек. Вот и, собственно говоря, здесь я подхожу к одной из главных причин, да, что вот два центра выявилось, Сибирь и Россия, Центральная Россия, Омск и Москва. Вопрос в том, кто кого переиграет на поле боя. У сибирского правительства, тем у правительства Колчака, в общем и в целом было достаточное количество живой людской силы, достаточное количество потенциальных солдат. Но практически полностью отсутствовала ресурсная база для приведения этой человеческой массы в боевое состояние. Невозможно было одеть, невозможно было вооружить, ну и невозможно было подготовить их в очень короткое время. И эта ситуация, и это положение сохранялось в гражданской войне, в том числе не только в Сибири, но и на юге страны, вплоть до разгрома армии Колчака в конце 19-го года. Получается, что Красная армия была лучше вооружена? Красная армия была гораздо лучше вооружена. Вот. И если мы посмотрим, ну просто задайтесь такой целью, например, откройте, например, энциклопедия «Гражданская война в СССР», изданная там в 1980 году, первое издание, второе издание в 87 год. Очень хорошее, классное издание. Там приводится масса информации и по соотношению сил сторон на фронте в целом, например, на Восточном фронте, на Южном фронте, красное и белое, в ходе проведения конкретных боевых операций, например, Тобольская, Петропавловская, там, Екатеринбургская, там, Пермская операция, сколько у красных, сколько у белых. И вы обратите внимание, что по количеству штыков сабель, то есть по количеству бойцов, в данном случае, красная и белая армия, они были примерно равны. Когда у тех больше, когда у других больше или меньше. Но если возьмем соотношение, скажем, оснащение артиллерийскими орудиями, пулеметами, самолетами, бронепоездами, обнаружите, что Красная Армия добивала своих успехов прежде всего за счет полутора-двух-двух с половиной-трехкратного превосходства в этой оснащенности. Согласитесь, что даже если имея винтовки на всех, противостоять пушкам и пулеметам очень и очень сложно. Все-таки пулемет это очень важное, очень серьезное оружие. Вот, и по большому счету, вот, если не вдаваться в иные детали, то есть одним из решающих факторов поражения белого движения, в том числе на востоке России, в Сибири, являлось именно вот это отсутствие ресурсной базы по сравнению с Красной Армией. Вас может возникнуть вопрос о том, что откуда же в таком случае красные брали вооружение, боеприпасы и прочее. А почему такое вот соотношение? Но не следует забывать, что в марте 1918 года большевики заключили Брестский мирный договор. И именно они осуществляли демобилизацию старой русской армии, которая насчитывала в своих рядах там, до 13 миллионов человек. То есть вся материальная база старой русской еще императорской армии, она в значительной степени осталась в распоряжении большевиков. В течение гражданской войны за счет этих запасов снабжались, так сказать, регулярные части Красной Армии на Восточном и на Южном фронтах. Ну и кроме того, военное производство, военные заводы, они оказались на территории, занятой именно советской властью. Например, в Сибири не было ни одного военного завода. Вот. Поэтому для и сибирской армии, для армии Колчака единственная возможность это пополнять запасы вооружения и прочее, это только военные трофеи. Значит, у вас может возникнуть еще один вопрос. А как же знаменитая помощь стран Антанты? Ведь мы знаем из учебников, из исследований о том, что страны Антанты, Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки активно помогали белым, активно помогали Колчаку, обеспечивая их так совсем необходимым. Да, такие поставки были, но извините, помощью я это назвать никоим образом не могу, потому что это была не помощь. За каждую винтовку, за каждый патрон, прибывший там из Англии, из Франции или из Соединенных Штатов Америки, правительство Колчака вынуждено было платить реальными конкретными деньгами, а именно золотом. Ни одного патрона бесплатно и просто так союзники, как это воспринимали еще после Первой мировой войны, ни Колчаку, ни Деникину не дали. Причем продавали по завышенным ценам.
продавали, так сказать, не очень качественную продукцию. Например, американские винтовки, трехлинейные винтовки, которые были изготовлены на заводе Ремингтона, после второго, третьего, кстати, выстрела у них затворы отказывали. То есть вот, по подобные, так сказать, вооружения, так сказать, поставляли. И при этом, для того, чтобы закупить все необходимое, для того, чтобы вот этот, хотя бы добиться паритета на фронте, очень много просили, готовы были платить деньгами. У Колчака была половина запаса Российской империи, захвачена еще летом 18-го года в Казани. Но ни американцы, ни англичане, ни французы не желали даже за деньги, даже за золото поставлять необходимое количество вооружений, боеприпасов, обмундирования. Да, поставки были. И после окончания Первой мировой войны, Первая мировая война закончилась в ноябре 18 года, и у этих стран были огромные запасы вооружения, которые уже некуда было использовать. Но даже в этом случае не желали их поставлять в Россию. Почему? Да потому что ни Англия, ни Франция, ни Соединенные Штаты Америки не желали победы белому движению, не желали победы Колчаку. Ведь ни Колчак, ни Деникин, никем, ни одной из иностранных держав официально не был признан в качестве, скажем, верховного правителя России. То есть официального признания не было. Де-факто, да, сотрудничали, заключали контракты, выгодные для поставщиков, но юридически никто никогда их не признал. Почему? Да потому что ни Англия, ни Франция, ни Соединенным Штатам восстановление единой, неделимой России, границы бывшей Российской империи, было не нужно. Более того, эти страны сделали все возможное от себя, все зависящее от себя, для того, чтобы не допустить этого восстановления. Потому что восстановление единой, неделимой России – это конкурент экономический на международной арене, политический конкурент. Союзники видели Россию очень слабой и раздробленной на множество независимых государств. Здесь я приведу просто конкретный пример, чтобы не быть голословным. В начале 19 года американский президент Вильсон обратился ко всем воюющим сторонам России с предложением прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Если не ошибаюсь, потом за эту инициативу Вильсон получил Нобелевскую премию мира. Вот, собраться на международную конференцию, которую предлагалось созвать на Принцевых островах, это Мраморном море. Мраморное море, помните, где находится? Между Босфором и Дарданеллами. Это вот такой пролив небольшой между Черным и Средиземным морями. И вот там находится это небольшое Мраморное море, а в Мраморном море Принцевы острова. То есть предполагалось, что все воюющие стороны, и белые, и красные, и прочие националы, сядут за стол переговоров и выработают условия прекращения гражданской войны в России. Причем Вильсон, конечно же, не обращался бы с такими инициативами, если бы у него уже не было разработаны предварительные результаты этих договоренностей. Да? А речь шла о том, что каждое правительство, каждая политическая сила, которая существует в России, должно было закрепить за собой подвластную ему территорию в качестве территории независимого государства. И главная проблема с точки зрения Вильсона, она заключалась в том, чтобы выработать межгосударственные договоры в этой вот плеяде вновь созданных государств. Потому что, чтобы, так сказать, они имели доступ к железной дороге, так сказать, путям сообщения, к морю, да, чтобы так учесть будущие экономические интересы этих государств. То есть вот какова была цель. То есть не единая Россия, а расчлененная Россия, которой легко было управлять, и которая уж совершенно точно ни для никого не была бы конкурентом на международной арене, ни экономическим, ни политическим. То есть, посмотрите, конференция на Принцевых островах, зайдите в интернет, там есть достаточно пространные документы, все станет понятно. И станет понятно, что ни Вильсону, так сказать, ни Ллойд Джорджу была крайне невыгодна победа белых, потому что белые выступали за единую неделимую Россию. А то, что большевики в конечном итоге реально восстановят единое российское государство под названием Советский Союз, я полагаю, что в 18-19 году никому даже и страшным сне не могло присниться, что большевики на это способны. Большевиков воспринимали как такую небольшую заговорческую партию, не способную на какую-то созидательную работу. В этом ошиблись, так сказать, союзники. Хотя там есть масса и таких вот любопытных моментов, которые там требуют еще обсуждения, изучения. Вот, собственно говоря, по большому счету, главная цель – восстановление государственности. И, на мой взгляд, одна из важнейших причин того, почему белые не смогли организовать
восстановить эту государственность. Но большевики это сделали. Ведь когда мы говорим, вот когда началась, когда закончилась гражданская война, вообще, что такое гражданская война в России? Вы помните, была в России смута в начале 17 века. Что такое смута, по большому счету? Это период между двумя царствовавшими династиями. Между династией Рюриковичей, которая пресеклась со смертью Федора Ивановича в 1598 году. И окончание смуты – это восшествие на престол Михаила Романова, восшествие новой династии. Вот период между двумя царствовавшими династиями. Период очень глубокого экономического, политического и прочего-прочего кризиса. Так вот, собственно, на революцию, гражданскую войну в России можно тоже смотреть как на смуту. Кстати, генерал Деникин, командующий добровольческой армией на юге России, свои пятитомные воспоминания так и назвал «Очерки русской смуты». И в этом смысле хронологические рамки гражданской войны, 17-й год, падение монархии, это начало гражданской войны, начало этой смуты, начало распада и окончание гражданской войны, конец 22-го года. Ну да, если посмотрим на военные действия, то в ноябре 22-го года с Дальнего Востока эвакуировались последние остатки японских войск интервенционалистских и эвакуировались остатки армии генерала Дитерикса. Кстати, вот генерал Дитерикс, он, кстати, был последним командующим Дальневосточной армии, уже белой. Вот, но в декабре 22 года, буквально через месяц, после всех этих событий, после завершения военных операций на территории России, последних ликвидаций, последних очагов, был образован Союз Советских Социалистических Республик. Ну, примерно в тех же границах, что и бывшая Российская империя, но не полностью. И все-таки к 22 году, скажем, Прибалтика, Западная Украина, Западная Белоруссия, они не входили в состав Советского Союза. Но обратите внимание, ведь на каком-то этапе нашей истории эти территории, которые не вошли в состав Советского Союза, но входили ранее в состав Российской империи в 22 году, то есть они вошли в конце концов. Помните, конец 30-х, 39-й год. В ходе так называемого освободительного похода Красной Армии в Западную Украину, Западную Белоруссию, Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к Советскому Союзу. А до этого они входили в состав Польши. А Польша эти территории отторгла у России в 1920 году в результате так называемой Советско-Польской войны. В том же самом, ну, точнее уже в 40-м году, Советскому Союзу была возвращена Бессарабия и создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. А что такое Бессарабия? Бессарабия – это территория Российской империи, отторгнутая у России, Румынии в начале 1918 года. Что некому было защищать Бессарабию в то время. В 40-м году Бессарабию румыны вернули. Ну, Латвия, Литва, Эстония, помните, да? Добровольно присоединились к Советскому Союзу. То есть это те территории, которые в свое время, если вы помните русскую историю, были завоеваны в ходе Северной войны Петром I, были присоединены к России по результатам Ништадтского договора с Швецией. Да? Вот. И в связи с этим, вот это вопрос, как бы, некая мысль, которая еще требует осмысления. Я еще сам до конца для себя это не сформулировал, и на бумаге это нужно даже. Ведь что происходит на самом деле? Почему, собственно говоря, советская власть, она укончилась в России настолько продолжительное время? Почему она в конечном итоге это и одержала победу Красная Армия и большевики в начале 20-х годов? Потому что фактически Ленин, затем Сталин реализовали то, ради чего, так сказать, шли в бой и умирали белые офицеры. Единая, неделимая Россия. И когда уже к началу 20-го года выяснилось, что, собственно говоря, большевики-то они не только разрушают, да, но они еще и способны на некое созидание, вот прежде всего в масштабах государства, то у многих белых офицеров и даже бывших добровольцев просто возникло как некое ощущение, слушай, а за что же мы тогда воевали? Мы воевали за Россию, а вот она как бы восстановлена, правда, не нами. Обидно, что не нами. Хотелось бы, чтобы нами, да. Хотелось бы иметь памятник при жизни, при после смерти, где-нибудь на Красной площади. Да? Ну, памятник вроде и предвидится, а Россия, вот она, есть. И в конце 30-х годов, после напоминается мне высказывание генерала Александра Александровича фон Ланта. Это русский генерал немецкого происхождения, активный участник, один из руководителей белого движения на юге России, в армии Деникина он воевал. Так он, собственно, так открыто и пишет, что фактически к концу 30-х годов в Советском Союзе, ну, точнее, не в Советском Союзе, а то политическое руководство,
которое имеется в нынешней России, оно реализовало главный лозунг белого движения – восстановление единой единой России. В ответ на, как бы комментируя массовые расстрелы командиров Красной Армии в 1937 году, да, там политические процессы, там расстрелы Каменева, Зиновьева, конечно, тоже убийство Троцкого в Мексике в 1940 году. Лампа говорит, что по большому счету это тот круг людей, которых мы сами делали, с превеликим удовольствием поставили к стенке, пока мы, так сказать, воевали против них в годы гражданской войны. То есть и даже вот тот круг врагов, даже личных врагов, он был уничтожен. В данном случае я не затрагивал морально-этическую сторону всех этих вопросов. Просто это вопрос с точки зрения того, что за что воевали белые и что, так сказать, в конечном итоге произошло. И как следствие, посмотрите на историю русской эмиграции. Даже миллионы людей, ну, примерно 2-3 миллиона человек оказались в эмиграции после 1917 года, после гражданской войны. В основном это была белая эмиграция, крайне негативно настроенная к советской власти. Вот. Но в конце 30-х годов политическая, точнее, военно-политическая активность белой эмиграции фактически сходит на нет. Да, Российский общевоинский союз, создан еще генералом Врангелем, он продолжает существовать и существует даже до сих пор. Но он уже не предпринимает никаких активных, решительных мер по борьбе с советской властью, по целях разрушения существующего строя, разрушения экономики Советского Союза. Потому что результаты, они были достигнуты. Как бы, и в этом смысле, вот есть такое предположение, и что почему столь прочен был политический режим в Советском Союзе в 20-е, ну, 30-е годы, 40-е, 50-е, да, не только в силу того, что этот режим был очень жестким, этот режим был тоталитарным, но и в силу того, что этот режим объективно решил главную задачу, стоящую перед российским государством. И то, что у этого режима фактически никаких реальных противников просто-напросто не было. То есть реальным противником советской власти в годы гражданской войны и после нее было прежде всего белое движение. Но в силу вот изложенных причин, в силу изложенных обстоятельств, произошла некая смычка белого движения и того, что называлось, ну, большевистским движением. Причем это происходило это не только на уровне неких таких вот ощущений. Вспомните, Великая Отечественная война. Ведь выиграть эту войну только за счет лозунгов таких вот революционных было невозможно. То есть тут играли лозунги патриотического характера. И случайно поэтому, например, в Красной армии в 43-м году были введены погоны. Причем офицеров белых иначе как золотопогонниками не называли. То есть погоны это был даже символ не старой русской армии, это скорее символ был белого офицерства. И тут вдруг в 43-м году восстановление погон. Причем золотых погон, каких там защитного цвета. То есть случайно или не случайно, но это попытка тогдашней власти использовать традиции, символику не только даже российской армии, но и белой армии. Скажем, учреждение в том же самом 43-м году солдатского ордена славы трех степеней. Это есть не что иное, как аналог бывших до революции белой армии георгиевских крестов. Правда, это, там было 4 степени, здесь было 3 степени. Но та же самая георгиевская ленточка. Эта георгиевская ленточка, это, кстати, был символ народной армии Камыча, антибольшевистской армии Поволжье. Вообще георгиевский крест, вообще георгиевские цвета, это в годы гражданской войны были ничем иным, как символом белого движения. Вот, но эта символика, она активно используется в годы Великой Отечественной войны. В конечном итоге, даже вот восстановление патриаршества, вот мы можем вспомнить, что в годы революции, там, 20-е годы, советская власть активно боролась против Русской Православной Церкви, было упразднено патриаршество, многие священнослужители были расстреляны, оказались там в лагерях. В 43-м году происходит восстановление патриаршества. То есть Русская Православная Церковь, ну, получает условия для своей жизни, для своего функционирования. И все это отнюдь не укладывается вот эти революционные, то есть эти лозунги. И это есть не что иное, как, видимо, такое влияние, может быть, даже не прямое, то опосредованное влияние белого движения на ту российскую советскую власть, которая существовала позднее. Поэтому
Не случайно, например, в начале 20-х годов в Европе среди иммиграции возникло такое течение, как смена веховства. Как бы идеологи вот этого смены веховского движения, они заявляли о том, что сейчас ситуация такова, что нужно не бороться против советской власти, а идти и сотрудничать с ней, с тем, чтобы помогать ей в ее созидательной работе и в какой-то степени воздействовать на нее в культурном, в идеологическом плане. Ну, мягко говоря, перевоспитывать эту власть, перевоспитывать отдельных ее представителей. И у меня все-таки есть определенное ощущение, что определенное воздействие, влияние на власть со стороны вот, вот традиции, которая, так сказать, которая принадлежит белое движение, оно имело место. Вот эта вот трансформация, этот некий симбиоз произошел. То есть вот, пожалуй, самое основное. Ну, я, может быть, затянул, нет, по времени. Да, да. Вот, ну, мне кажется, что я вот постарался говорить не только о каких-то конкретных событиях, конкретных фактах, но и высказал вам свои некие предположения. Потому что то, что я говорю, это не значит, что мои предположения они являются фактом. То есть вообще научная работа она предполагает поиск истины. Вообще наука занимается поиском истины. То есть истина, она нигде не написана. Ее нужно вырабатывать, ее нужно, так сказать, получать путем, так сказать, кропотливых, так сказать, работы, там, размышлений, путем проб и ошибок. Поэтому вот это есть некое предположение, которое, я полагаю, оно является очень важным с точки зрения понимания сути российской истории, с точки зрения выявления основных тенденций, с точки зрения и оценок. Потому что противостоять друг другу, кстати, как бы, это не лучший вариант. Нужно вырабатывать общие позиции. Вот. И в какой-то степени это актуально и для современной Российской Федерации. Мы можем по-разному относиться к тем или иным политическим силам, к тем или иным политическим организациям, но мы все-таки должны смотреть в корень. Нам могут не нравиться детали. Нам может что-то не нравиться там, во внешности, в манере поведения того или иного политика, того или иного деятеля. Но прежде всего это то, как относится этот политический деятель, к другому понятию, как российское государство. Потому что если исчезнет российское государство, то, собственно говоря, все другие проблемы, там, права человека там, и прочее, 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 они не будут иметь никакого значения. То есть их не к чему и не к чему будут прилагать. Вот. Ну, я не буду вдаваться в политическую сторону, хотя здесь огромное количество параллелей и с гражданством, с революцией гражданской войной в 17-22 годах, и с современностью. Все в истории повторяется. Да. Спасибо, Дмитрий. Так, если у вас есть вопросы, то я готов на них ответить. Кадеты, для которых, как мне кажется, проблемы военной истории, они чуть-чуть ближе, чем ученикам обычных студентов. Разрешите от имени администрации еще раз поблагодарить нашего уважаемого гостя за прекрасное выступление и пожелать ему дальнейших научных открытий, успехов. Так, ну вот я с своей стороны преподнесу вашу библиотеке вот свою книжку. Если кто-то захочет ее почитать, он должен будет. Спасибо большое. Thank you.
Mm-hmm.